Плохая подготовка экипажа. Такова главная причина крушения пассажирского Боинга под Казанью в ноябре 2013-го. Итоги расследования обнародовал Межгосударственный авиационный комитет. Специалисты сошлись во мнении. Лайнер компании «Татарстан», летевший из Москвы, столкнулся с землей из-за целой череды ошибок пилотов. Сначала они неправильно сориентировались и отклонились от траектории на 4 километра. Из-за этого потребовался уход на второй круг. И тут вновь неадекватная оценка происходящего. При уходе на второй круг экипаж не распознал факт отключения автопилота и допустил попадание самолета в сложное пространственное положение на кабрирование. Отсутствие у командира воздушного судна навыков вывода самолета из сложного пространственного положения привело к созданию значительной отрицательной перегрузки, потере пространственной ориентировки и переводу самолета в крутое пикирование, вплоть до столкновения с землей. Ситуацию усугубило отсутствие активной помощи со стороны наземных служб. В результате все, кто находился в самолете, 6 членов экипажа и 44 пассажира погибли. Среди них были глава Республиканского управления ФСБ Антонов и сын руководителя Татарстана Миниханова. В авиакомпании, как считают в Межгосударственном авиационном комитете, были системные просчеты в организации работы. Кроме того, отсутствовала эффективная система управления безопасностью полетов. Вскоре после катастрофы, напомню, перевозчик был объявлен банкротом и прекратил существование.